Пауте Плюс продолжает менять магистральные трубопроводы в областном центре. После Шереметьевского проспекта специалисты и техника отправились на один из самых оживленных участков дорожного движения – кольцо у автовокзала. В планах заменить 600 метров трубопровода, который проходит по улице Станкостроителей. Маршрут пролегает прямо по кольцу, что значительно затрудняет выполнение работ. Чтобы не допустить транспортного коллапса, приняли решение менять трубы в 4 этапа. Сначала внешняя сторона кольца со стороны Станкостроителей, а потом уже внутренняя. То же самое с противоположной стороны, в начале проспекта Строителей. Конкретные сроки пока не называют из-за высокого уровня сложности. В последний раз коммуникации здесь меняли без малого полвека назад, в 1972 году. Компания «Т-Плюс» будет информировать автомобилистов, жителей областного центра о сроках проведения работ и изменениях в схеме движения автомобильного транспорта. Хочу заверить, что энергетики делают все возможное для того, чтобы провести реконструкцию как можно быстрее, в сжатые сроки, чтобы эти работы не доставляли неудобств жителям города, автомобилистам. Мы признательны ивановцам за терпение и напоминаем о том, что реконструкция в летний период – это залог качественного бесперебойного теплоснабжения в зимнее время.